Всем привет! Мы уже больше недели находимся в Сочи. Впереди у нас еще 3 дня и 3 ночи. Да, за это время мы успели очень многое узнать об этом городе и о людях, которые его населяют. Да, что же местные жители города Сочи и туристы думают о Бурятии и о ее жителях, мы сейчас и узнаем. Лера вызвалась быть оператором, поэтому поехали! Мы приехали к вам из Бурятии. Что знаете об этом регионе? Блин, Бурятия. Честно, вообще ничего. Вообще не знаю. Что это республика, где-то находится на севере. На севере? Нет. Байкал, знаете, самое глубокое озеро? И вот это там находится. Бурятия? Да. Прям на озере? В России. Уральские горы. Нет. Это больше на востоке, рядом с Байкалом. Это очень классная республика в России, находится в центре, да? Не в центре, она рядом с Иркутской областью. Знаете Иркутск? Да, это знаю. Вот. А Байкал наш. У меня много служили бурятов, со мной очень много людей. Хороший край рассказывали. Отдыхать тоже можно, ездить туда интересно. Красиво. Степи только, ветер бывает сильно, а так все хорошо. Просто ручку дадите, он не укусит. Укусаю здесь только я и то красивых девушек, и то О, боже мой, место. Нет. Нет, ладно, заберу. Простите, можно тебе ручку? Не, давайте телефон. Телефон? Нет. А давайте в Инстаграм. Давай в Инсте, конечно. Нет, давай ты найди сама. Дальше. Самая красивая. Ой, вы что, мне лайкаете? Самая... Нет, здесь работают не то, что лайки, а здесь комменты. От вашей красоты темнеет в глазах. Вот такое. У меня даже, видишь, дым. Все, короче. Это уже у вас шаблоны. У вас будет каждой девушке нет, так пишете. Миллион. Да нет, это знаешь, другим-то всем вру. А тебе я правду пишу. Это вообще, друзья, встреча века. Мы встретили ее в Сочи. Сюзанну Оганесян все ее знают как бьюти-блогера, визажиста из Улан-Удэ. Расскажи, как тебе в Сочи? Это просто круто. У меня нет слов, особенно когда я оказалась здесь, в этом месте. Не знаю, Сочи это какой-то отдельный вид искусства России. Вы из Бурятии, да? Да. Сэмбэдэ. Чирибисэну. Так, это уже сложно. Ши, хэнгэжэн ртэпши. Как думаете, где круче, на Байкале или на Черном море? На Байкале. Мы тоже так думаем. Красная Поляна, Абхазия и центральный Сочи. А вот если взять из центральной России, которые люди приезжают в Сибири, с Москвы, если тоже взять, то Бурятии люди, они более какие-то отзывчивые, добрые, с пониманием относятся. Так что приезжайте в Бурятию. Хорошо, приедем. А сами хотели бы на Байкале побывать? На Байкале, конечно. На Байкал стоит съездить. Что вы мутите, а? Мы? Какие? Ну да. Поехали куда-нибудь съездим, в Сочи, хотите съездить. А мы вас приглашаем в Бурятию, потому что у нас есть Байкал, самое глубокое озеро. Голова Ленина самая большая в мире. И центр буддизма России находится у вас, в Бурятии. Да, буддизм, точно. Вот за буддизм я забыл, простите. По нам видно, что мы туристы? Да. Почему? Ну, во-первых, вы снимаете, вы улыбаетесь. А местные не улыбаются? Ну, все своими проблемами загружены. Понятно, что вы приехали отдыхать, вы улыбаетесь, вам нравится вокруг яркие краски, да, наверное, то, что здесь тепло, погода, да. Шикарно. Немного, может, сравнишь с Бурятией, вот, плюсы, минусы. Чем Бурятия лучше? А, там немного мускулы. А ты я сегодня поняла, да, здесь они бьются. Опишите 3 словами девушек Бурятии. Бурятия, это вы, да? Да. Во, очень мало. Я не знаю, какая Бурятия, не Бурятия, не имеет значения, где вы. Но у вас такое, знаете, очень крутой какой-то круг общения, что вы рамки вот эти, которые вы очень далеко ушли практически. Девчонки, короче, в инсте спишемся. Алло, Эрик. Ну, а пока Мариам обменивается инстаграмами с сочинцами, вы оставляете комментарии, чем же славится наша республика. Валерия Роднаева, Мария Масканян, телекомпания АТВ. Прямиком из Сочи.